Все, можешь спросить, спасибо. Что за шарик. Еще одна площадь в Братиславе. Как жители, так и гости столицы бесплатно. Единственное, куда еще до реставрации вы не могли бесплатно попасть, что на территории Татарстана. Это чешский святой, который почитается не только на территории Чехии, но и Словакии, и Венгрии, и Ян. Если кто-то из вас был в Праге, то наверняка вам об этом святом рассказывали. Был он исповедником жены Вацлава IV, чешского короля. Ну а когда Вацлав IV захотел узнать тайну исповеди, по легенде святой эту тайну отказался рассказывать, был долгое время мучен на Пражском граде, а в конце концов был сброшен с Карлового моста в реку Волтава. На Карлового мосту находится табличка, откуда святой был сброшен. Так, маленькие улочки Братиславы. Если вы повернетесь налево, там вы увидите решетку. В этих местах находились городские ворота. Улица получает название в честь храма. Сам же храм, так же как и близлежащие дома городским стенам, будьте здоровы, были снесены в середине 16 века, когда ожидалось нападение турок на Братиславу. Также, например, получают свое название и Михайловские ворота, или ворота святого Михаила. Также они получают в честь храма. Король побоялся, что при нападении на город турки могут использовать эти жилые дома и храмы для своей обороны, поэтому отдал приказ на их снесение. В основном дома, которые находятся на этой Лауринской улице, была здесь скульптура Параца. В основном дома здесь на этой улице датируются примерно 18 веком. Единственное здание, которое мы сейчас с вами будем проходить с вашей левой стороны, это новое современное здание писателей.
Ну, а это здание интересно не тем, что оно было построено в 20 веке, а тем, что вы сюда повернулись, посмотрите за стеклянные окна, и там было увидеть готические сиденья, готического дома. Итак, самая знаковая фигура в Братиславе. Самая знаковая скульптура в Братиславе, ее все знают, везде показывают, везде она освещается. Вот так. Парачи, который получил свое название, так, янтарь. Так сделал в 98 году принц Чарльз, который приехал сюда с визитом на территорию Братислава. А вторая версия говорит о том, что тот, кто его погладит, второй раз вернется. А еще говорится, что этот зевака любит очень молодых девушек, особенно летом, а особенно в короткий период. Вам Thank you.
Вот хрюшка. Довольный свинек. Так, театр. В театре во Львове, в Братиславе и в других городах похожи. Еще одна площадь в Братиславе, театральная площадь, театр.